Острый миелоидный лейкоз, или сокращенно ОМЛ, опухоль, поражающая стволовые клетки костного мозга. Это наиболее частый вид лейкозов у взрослых, но заболеть могут и дети. Несмотря на то, что ОМЛ преимущественно болеют пожилые люди, он может встречаться у людей любого возраста. Острый миелоидный лейкоз развивается быстро, что подчеркивается термином «острый» и часто диагностируется на поздних стадиях. Для ранней диагностики ОМЛ каждому необходимо знать о возможных проявлениях и симптомах заболевания. К основным проявлениям и симптомам ОМЛ относятся следующие. Некоторые симптомы обусловлены анемией, то есть низким содержанием красных клеток крови, которые являются переносчиками кислорода. Анемия проявляется в виде усталости или быстрой утомляемости, слабости, головокружения, озноба, головной боли, бледности кожи, затруднения дыхания. Некоторые симптомы вызваны пониженным содержанием в крови тромбоцитов, которые отвечают за свертываемость крови и остановку кровотечений. Из-за снижения количества тромбоцитов развивается заболевание тромбоцитопения, которое может привести к частым или тяжелым носовым кровотечениям, повышенной кровоточивости, синякам или небольшим красным или фиолетовым пятнам на коже, кровоточивости десен, обильным менструациям. Ряд симптомов может быть вызван высоким числом лейкозных клеток. Лейкозные клетки – это незрелые белые клетки крови, которые появляются в результате определенных генных изменений. Проявлениями избыточного количества лейкозных клеток являются головная боль, сонливость, слабость в одной стороне тела, невнятная речь, беспокойство. Перечисленные симптомы встречаются и при других, не связанных с ОМЛ заболеваниях, например, при простуде, а их выраженность может различаться у разных пациентов. У каждого больного ОМЛ имеются индивидуальные, присущие только ему проявления болезни. Если вы обнаружили у себя какие-либо из перечисленных симптомов, незамедлительно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Наша цель – содействовать осведомленности об ОМЛ по всему миру. Теперь, когда вы знакомы с проявлениями и симптомами ОМЛ, предлагаем вам больше узнать о диагностике заболевания. no-aml.com #NoAML